квадрате, Денчик в печеньке, Настя в звездочке, попяту с адмиралом в ромбе. Дальше по миликам пошли. Тимыч печенька. Ауди. Ромбик. Ауди ромбик. Дальше. Враск. Звездочка. Эрнест квадрат. Провокатор. Печенька. Провокатор печенька. Драгонсон звездочка. Войд на этом на квадрате. О, так, дальше. Никитос в звездочке. Старик в квадрате. Старик в квадрате. Локи в ромбике. Япончик в печеньке. Женек в звездочке. Римперсик в квадрате. И этот второй лог, если что, в ромбике. Кому не сказал, где стоять. Вроде всем сказал. Рога. Рога станешь, короче, в этот квадрат. Я по тактике чуть-чуть, я хромаю. У меня же вчера не было. У меня, блядь, пинг был 5К. Нихуя не понял, там женек пиздел. Ты в звездочке и ты в танке. Трэш вывалю, или что? Ты трэш просто стоишь под боссом. Лех, там вкратце рассказать надо, потому что не один женек пишет. Я так помню, что какой-то баф появляется, это его нужно выносить. Было вчера, это их проблема. Будут дохнуть, будут получать ГП. Все просто. Ты в ромбике, если что. В смысле, в гильдию или как? Вред. 280-й такой бывает. Ну, блядь, я не знаю, типа, у нас трое, у нас... Мы сюда пришли, чтобы закрепить вторую фазу, третью фазу. Вот в чем вопрос. Ну, то есть, как бы такое. И других человек там с пугов брать тоже не хочется, чтобы свои там выучили, учили все. А метеоры вот эти падают, когда появляются, их фаза. Закрывать надо? Короче, первая фаза. Сняю еще раз. Первая фаза. Рейндж держим на шторме. Больше вам знать нихуя не надо. И трэш быстро. Чем быстрее сливается трэш, тем меньше урона по рейду. Хилим танк, больше ничего. Войд все знают, как водить и что собирать. В принципе, с вас больше нет. Да, ты в рамбеже, но этот. Дальше. Следующим. Начинается вторая фаза. Перед второй фазой расходитесь после закрытия порталов. Расходитесь по своим меткам, в которые я вас нахожу. По центру экрана появляется кнопка. Купол света называется. Нажимаете эту кнопку и больше нихуя не делаете, пока каст не полностью не пройдет. Если вы что-то сделаете, вы собьете и вы сдохнете. Начинается вторая фаза. Все стоят в своих метках. Бьют босса. Танки, драгонсы. Чем мы делаем? Мы друг с друга таунтим босса. Там по 6, по 8 стаков. Просто на таунтах держим. То есть видишь, что там, допустим, я забрал, там 8 стаков на мне, ты забрал и так далее. По кругу, короче, пускаем. Плюс начинается та же фаза, где надо выносить метки. Метки выносим. Вон стоят метки. Череп, луна, трусы. Крест, в зависимости от того, в какой вы стоите метке. На малом круге выносите на большой круг. Главное выносить к метке. Ни ближе, ни дальше.
Это первый нюанс. Кто не вынесет метку, типа, это может вайпнуть рейд. Поэтому отслеживайте все свои дебафы. Да, взрывоопасный пламень. Дальше, следующий. Лучи будут. Лучи, это понятно. Сейф-зоны, это ваши, там, где вы стоите в метке. И метеоры. Что по поводу метеора? Все стараются закрыть метеор. Если метеор не закроется, это тоже вайп рейда. Поэтому и ДД, и РДД, и танки. Все бегают, стараются закрыть метеор. Пока не будут все закрывать, бегать метеоры, блядь, будем вайпаться на второй фазе. Плюс то же самое. Если вы, блядь, не будете выносить лужи, тоже будем вайпаться на второй фазе. Лужи здесь... на самый край, да, выносить? Да, а такой вопрос. Лужа дает дебаф, который повышает урон от огня только когда он назад к ней идет? Да. То бишь, если он меня покоцает, типа ничего страшного, да, когда я буду выносить? Да, там, ничего страшного. Там похуй вообще. Так, Фанзе, распекайся, короче, в ретрик. Шаман в Дискорде уже? Ты в квадрате стоишь. Маните. Ставлю рыбу. А по третьей фазе, Лёх, будешь рассказывать? По третьей фазе, давай посмотрим пока вторую. Потом уже третью. Надо, чтобы, блять, как говорится, это... немножко... во вкус вошли и вторую фазу проносили без смертей, и первую тоже. Может, тогда опять, как вчера, потестить вторую фазу? Ну, не бить ее, а просто потестить. Ну, сейчас посмотрим на первом пуле, что нам надо будет делать. Сапрота надо бить? Да, обязательно. Сапроты здесь обязательно. 150 на ауке продавали сегодня. Такс. 150 продавали, пианист сейчас купил. По поводу РД-зоны. Ваш приоритет мобы, которые будут на драгон. Сливайте. Милики там мелких и сами. У нас три ретрика. Вар. ФДК. Рога. Кот. Блять, будут быстро сливать. Поэтому старайтесь заливать трэш, который будет на драгон. Даю проверку. Все готовы. Поехали. Не тупите со штормом на первой фазе и на второй фазе. Основная задача второй фазы. Я буду анонсить. Вы должны слышать то, что я анонсирую. Я говорю там, допустим, лучи. Все, значит, сейчас будут лучи. Значит, вам надо стоять в своих метках. Дальше. Метки. То есть я проанонсил метки, посмотрели на свой дебаф. Нету дебафа. Дальше стоите, бьете. Есть дебаф, побежали вынести. Метеоры. Все, все сообразили, что я сказал метеоры. Пошли, закрыли метеоры. Все просто. Когда ты говоришь лучи, то в центр, да, сбегаться? Лучи, а. Вы стоите по своим меткам. Куда я вас поставлю? А, лучи по меткам. Это ваша сейф-зона. И босса не бейте сначала. Уложите. Просьба. Не хотите, чтобы он вас убил. Что я все свои прожженки и все это. Я. Дарон моба забер. Ты возле меня его-то. Да, вот держи в ней прям. РДД будут сливать.
Можешь немножко правее держи. Второго моба ДКшка. Тени на. ВП, забирай моб. Ты КД там. Промахнулся. Все, забирай. Шторм. Шторм. Стоит. ДБМ, смотрите. На Ауди, Войда подсветится. Бегите, бегитесь. Все, сбегайтесь, брат. Держите. Так. Выбивайте РДД, как это вот для портала мобы больше. Плохо сливаются. А не, нормально. Поэтому играть, который играет. Шторм есть. Шторм разбежать. Разбежаемся. Радость поактивнее по черепу. Поиграли, Арден. Не было. Ты не искал, после второго портала мы перебегаем, нет? Да. Все как вчера, блин. Не слейте. Топните урон. Ебать. Смотри, там исследую хпшку. Все, перебежали все на другую сторону. Маны, дайте рестру, шамана. Им читаю. Так, побили трэш. Перебежали. Штам здесь, это. Замедление каста не было на джайне, да, Локи? Ауди рейндж надо держать. Рейндж держите. Убирай. Куча. Обратно бежали. Стоите. Вернест по ЖНН-у Боб, да? Меня проси. Мобу, который на Дражен спец сливаем. Череп просто. Возле портала моб стоит, РДД свичник. Отлично, забираю одного Драгонс. Шторм 10. Череп поставил, РДД забьется. Прожмитесь, просите Женька. Враска, закинь по Женьку бот. Брат. Обратно, 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 сбегитесь. Бежали, бежали все вместе.
По-быстрому залили трэш. Быстрее спивайте трэш, чем легче все. Маны нет, можно иннер. 25 стаков. По меткам. Милики, забить. Все уже по меткам стоит. Давай, войск. Кнопка сейчас появится. Нажали кнопку. Кнопку нажать не... Все, лучи сейчас первые будут. Лучи. Метки. Вынесли метки. Локи, Никитос, Женек, Денчик пока тут. Метеоры закрываем. Женек, метку надо выносить левее. Это очень хреново ты вынес, она по нам поползет. Лучи. Метки, Витя. Только тут адмирал Женуэн, Вейт Фойзен, Драгонс, Невраск. Стаунтите, босс. Своры. Захил. Боссы идут, стали по меткам. Увернитесь, увернитесь, звезда. Массакр. Чё ты дохнет? Блять. Постоянно дохнешь, прожмитесь, массаку. Женек сам же и получил, да? Хил. Драгонсон, таунти на себя босса по этому, по очереди, лучи. Женек сам станешь, метки вынеси. Мирал, Женуэн, Япончик, старик. Метеоры закрыли. Ну ёб вашу. Сова, беги отсюда, а не кастуй. 10. Всё нормально. Ключи. Никитос, блядь. Чего никого? Закрыл метеорит и сдох. Вынесли это. Метеоры. Что, блять, метеоры никто не бегает закрывать? По ухуе вы стоите в метках. Идут. Я с тобой закрыл. Да он, блять, приз ШП стоит вместе с этим, блять. Хули палом, хуй двинулись, да. А человек... справа, я сейчас побежал в кучке ПЗа. Ближайший к тебе, впереди. Лапс прожались. Дайте БРы. Нет, я не отлетел, блядь. Заебись. Нет. Нет. Заебись, кто ты, блядь. Просил. Да, по шаманам каску хотя бы дать, пожалуйста. ХП побольше будет. Уида, дайте БР подамать. Метки вынес. Чворы закрыли. Ближайший к себе. Хил. Кто так, блядь, дебаф выносит? Лучи. Забирается. Просто. Нет. Метки вынесли. Старик,
этот Локи, Женуэн, Японь. Метка ползет аккуратно, ромбик. Пиздец. Просил. Сейчас Массакру, Мастер Ауру, блядь, и Т4, если есть. А к ней сейчас подойти можно пробить стаки? Хил. Метеоры сразу. Открываем метеоры. Что босс убивает? Это какой-то трон какой-то. Лучи. Нет, вынес. Теоры закрыли. Просел. Шаман, сам вставай. Ты лежишь. Ранс, ты прожаться не можешь? Я ж прожался, я ж поймал. Сначала метеор прожался. А там уже... Это, блядь... Спасибо, там. Открываем метеоры. Что, БР все дали? Боссы. Не, я вижу только два БРа. Да, блядь, что за лагатромище? Пиздец, опять началось нахуй. Женуэну БР отдайте, блядь. Женуэну дай там по Никитосу. Прожались. Да хуй там кто прожмется, правда? Лучи. Сел по мне сильно. Метки. Закиньте инра. Или вы не соображаете? Чё там один шаман закрывает? Ну, лучше один шаман. Если шаман закрывает, а женёк, сука, стоит в метке, блядь. Да у меня, блядь, зависло в тебе, блядь. Забери. Слышно меня вообще, нет? Слышно тебя отлично, правда. Меня зависло, как вчера, нахуй, пинг 5к, блядь. Долбоёб стоит просто и кастует. Я ничего не жму, он кастует, блядь, олень. Вчера в это же время то же самое. Что за колоссальная инквазия сейчас повешал? Теор не закрыли. Ложите. Че, ложится, да? Вы, блять, можете нормально таунтить босса, скажите? По очереди. Видели, что на вас дебафа нет? Таунт нажимаете. Вас, блядь, босс прошибает, как, блядь, хуй знает кого. Почему меня так, блядь, не прошибает босс? Ну, блядь, тебя, наверное, хилят. У меня вот 10 секунд, блядь, единственный захил был волной и быстриной. Вот просто, блядь, за 10 секунд нет захила. Драгон, ты сдох, потому что у меня хосты не хватает очень сильно. Я кастовала. Ну, только ты не кинула хилку единственную. Кто-то еще стоит, наверное. Нет, там в натуре часто не хилят. Я тоже стоял без непрохиленный очень долго. Хилы, что с прохилом вопрос? А еще они мою собаку не вылечили, суки. Что за смерти, блять, от лучей? Котики есть у кого джипс? Ага. Сейчас вставлю. Класс, класс. Поднимайте мастресом. Женек, пожалуйста, не выноси заметку. Видишь, вот по диагонали стоят треугольник. Да крыльф, я понял, вот я понял уже, что влево-вправо надо, потому что она ползет к боссу. Да у меня опять логодром ебаный начался. Пианист, а если вот мы вдвоем сбегаемся в одну метку, ничего страшного нет? Нет. Я релогнусь, у меня экран. Ты имеешь в виду, если несколько луж в одну метку, это совершенно ничего страшного. Нет, я имею в виду, что вот метка, и я побежал к ней, и туда с другой группы тоже человек бежит. Страшного. Все другие заняты, получается. Ничего страшного. А, все, понял.
Все сразу починитесь. Так, кстати, по поводу Милика. Босса дамажить учитесь на этой фазе. Они тупо стоят в метках. Мы дамажим, не? Хуёво дамажите! Деда, поставь шифоньер. Ну я не дамажу, я не достаю, потому что... В смысле, надо подбегать. Чё? Я, говорит, не достаю. Вот она каст лучей начинает делать, ты бежишь просто прямо вот так к своей метке от босса, прям по прямой. Тык, пожалуйста. Спасибо. Опять нахуй, ебать, 4000 пинг, ебать. Хули ему надо опять? Смотрите, по поводу миликов. Всё, что вас может убить там, на боссе, это лучи. То есть, если лучи, вы стоите в метке, все остальное время вы тусуетесь возле босса и бьете босса. Так, Лех, разреши, я релогнусь. 10 секунд. За исключением, если метка на вас, вынесли метку, все то же самое. Но, тот момент, когда лучи прошли, вот смотрите, идет каст лучей, лучи прошли, все, побежали бить босса. Если на вас метка, значит вы носите метку, если нет, бьете босса. Потом появляются метеоры, Закрыли метеор, встали, прибежали обратно на метку, потому что следующий каст лучей будет. То есть у вас аптайм времени, когда вы можете бить босса, это от вот лучи прошли до закрытия метеора. То есть, блядь, как вам так объяснить-то? Понятно, понятно. Потому что после метеора сразу будут снова лучи. А в этот момент вы находитесь в метке, лучи прошли, снова пошли бить босса. Если на вас дебаф, значит вы носите на край. Если нет, дальше бьете босса. Появились метеоры, закрыли метеоры, стали обратно в метку. У вас все по кругу просто идет. Только единственное, что это. После второго коллапса, сразу идет каст лучей. Моментальный каст лучей. Босса бежать не надо, как это делал Фанзера. То есть дождаться второго вот этого каста и потом уже идти бить. Вот, смотри, метеор прошел, да? То есть закрыли метеоры. Пока лучи не пройдут, вы к боссу не подбираете. После метеора не бежать к боссу, самое главное. Потому что будут лучи следующие. После лучей бежать к боссу. Один раз только будет, да, вот такая хуйня? Да, только один раз. Очень мало ДПСа по боссу на второй фазе. Чем больше ДПСа по боссу, на второй фазе, тем быстрее перевод. Тем меньше будет метеоров, тем меньше будет меток, тем меньше будет, блять, лучей. Чем быстрее босса переведем, тем легче будет всем. Третья фаза 50% босса, да? Да, 50% просто босса надо. А что там на третьей фазе? Так, вкратце, если. Пока что все сбегаемся в метку. Идем к третьей, тогда я буду думать про третью фазу. То есть, и что там надо будет всем сбежаться в квадратик абсолютно? И запустить босса, когда типа, метки квадратные. Ледяные, как на Синдре, появятся, люди в краю выносить делать. Хотя бы это. Так вроде все нормально, но это... Ну опять же, больше ДПС на второй фазе по боссу. Тут надо уже немножко на ДПС стараться играть. Ну, то есть метки, естественно, выносим. Метеоры закрываем. ДПС тоже должен быть. Потому что чем больше вы урона нанесете, тем легче будет вторая фаза, тем меньше ее будет. По поводу прохила, я сейчас понимаю, хила много надо хилить. Ну, реально много. Если вы будете все более грамотнее делать, и хилам легче станет. Меньше хилить будет.
Он еще, говорят,